Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале ICO by Ковалев, и мы продолжаем рассматривать проект LaLiga. Кратко сегодня бы хотелось рассказать о данной экосистеме именно для профессиональных ICO. LaLiga функционирует на основе технологии блокчейн и предполагает выпуск ограниченного количества одноименных токенов с возможностью их майнинга. Примечательно, что разработчики акцентируют внимание на безопасности используемого здесь двойного майнинга по отношению к окружающей среде. Дело все в том, что для добычи токенов потребуется лишь минимальное количество электрической энергии. Майнеры смогут продавать добытые токены на признанных биржах, получая за них другую криптовалюту, либо обменивая их на фиатные средства. В то же время учредители перспективных проектов получат возможность найти инвесторов и максимально быстро привлечь средства, в том числе с помощью программы ICO Safe. Таким образом, платформа предлагает максимально широкий и гибкий набор инструментов для запуска ICO. Кратко рассмотрим возможности и преимущества платформы LaLiga. Во-первых, это использование договоров DAICO позволяет наконец решить проблему безопасности инвестирования. Смарт-контракты LCC позволят инвесторам контролировать ход выполнения всех этапов дорожной карты. Набор инструментов платформы содержит в себе необходимые элементы управления и ограничения доступа к блокчейну. Процесс запуска новых ICO строго соответствует установленным изначально правилам и контролируется инвесторами на каждом этапе. Первая справедливая самоорганизованная модель управления, работающая на основе голосования участников. Оптимальная производительность обеспечивается благодаря выделенной сети ICO. Соответственно, возможность майнинга – ключевое отличие от токенов LaLiga от большинства других представленных на рынке криптовалют. Основной токен доступен для добычи, а его стоимость является гарантированной пропорциональной минимальной ценности затраченной энергии. Также блокчейн-платформы работают на открытом исходном коде, являются публичными, нацелены на широкое принятие обществом и активное развитие уже в ближайшем будущем. Как в случае с биткоином, выпуск LaLiga основан на принципе деинфляционности. Таким образом, выпуск токенов будет сокращаться по мере повышения сложности их добычи. Последнее, в свою очередь, будет корректироваться в соответствии с общим хэшрейтом. Важным здесь является фактор ограниченности предложения. Фиксированное количество токенов LaLiga строго определено заранее и никаких последующих изменений не допускается. Соответственно, подводя итог всему вышесказанному, я смело заявлю, что данный проект действительно сейчас нужен, так как его удобство использования оно видно невооруженным глазом. Также, помимо продвинутых инструментов безопасности и инвестиционной привлекательности, платформа будет обеспечивать участникам удобное взаимодействие со всеми существующими инструментами через онлайн-приложение Smart Explorer. Инвесторы могут проводить мониторинг своего инвестиционного портфеля в режиме реального времени. Вот, поэтому действительно данный проект через некоторое время, я считаю, покажет себя, и нет никаких сомнений, что он будет одним из лидеров рынка по, скажем так, контролю проведения ICO и безопасности инвестирования. Вот такой у нас краткий обзор проекта получился. Подписывайся на канал, ставь лайки и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всего доброго!